что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. И, как вы можете догадаться, по сидящему в ванне Герке, у нас сегодня распаковочка его подружки, Йеннифер из Венгенберга. Это номер 1351 в серии. Как я уже в видео замечал, ненды перешли на четырехзначное обозначение. То есть недалек тот час, что в 2022 году мы будем лицезреть уже 2000-е ненды в сериях. Потому что Гудсмайл, я так понимаю, останавливаться не собирается. Здесь у нас ничего, кроме инструкции и классного черного фона. Могу также покрутить коробочку, если кому интересно. Но вряд ли это кому-то интересно. И манускрипт инструкции тоже. Перейдем к не сильно большому-то наполнению. Что мы здесь видим? Внезапно подставка, которая внутри самого блистера находится. Обычно они вклеивают их куда-то сзади, сбоку, но хоть она и стандартная, но внутри. Здесь, как обычно, сама подставка, держатель ворона и дополнительный шарнир, если сломается. Но из-за того, что подставка здесь, мы потеряли одно лицо. Или мы потеряли одно лицо, и поэтому подставку перенесли сюда. Этого мы сказать не можем. А здесь нечто необычное. Мордочка в отдельном мешочке. Мордочка достаточно недовольная. Также мы здесь видим ворона, который также в отдельном мешочке. Никак, короче, у меня не хочет фокусироваться камера. Ненавижу ее. И саму Йеннифер из Венгенберга. Закрытую... Что это? Пластиком. А ненды по Ведьмаку сделаны в интересном стиле. У них не шарниры, а сочленения. Ой, я ей ручку оторвал. Господи. И они вот очень здорово подвижны в этом плане. Мне иногда нравится даже больше стандартных нендов, но если что-то поломается, то хрен ты, конечно, что-нибудь заменишь. И этот шарнир явно только для головы нужен, который дополнительный. Все остальное здесь на собственных, так сказать, силах. Ну, здесь мы видим костюм из начала игры. Спойлер, где Йеннифер работает на Нильфгард. Ее звезду медальон. Неплохо, кстати, проработано для такой мелочи. Пояс. Также пряжки. Ну, ух ты. У нее даже на попке какие-то висюльки. Из корсета, по-моему. Если я правильно разбираюсь в одежде. Так называется. И классно проработаны локоны волос. Просто один к одному. Не у каждого нет, увидишь такое качество. Также прекрасные фиалковые глаза. Родинку. Ну, попадание в образ 10 из 10. Герка, ты доволен? Вылезай из бадьи. Будем развлекаться. А также в комплекте 4 ладошки, карта и 2 магических пламени, которые она держит. Скудненько, но что имеем, то имеем. А на этом все. Бывайте.